Вес засчитан. Этой фразой заканчивается каждая удачная попытка взять вес в пауэрлифтинге. Прошедшую субботу в спортивном зале ИГХТУ прошло открытое первенство по жиму штанги лежа. Соревнование проводится ежегодно в честь покойного экс-президента спортивной федерации Станислава Федяшева. Отдать дань памяти ивановскому мастеру спорта СССР съехались атлеты со всего региона. Более 60 участников из Шуи приехали, из Вичиги ребята постоянно приезжают, из Заволжска, из Кинешмы. В трех попытках нужно выжать максимальный вес, поэтому по весовым категориям определяется сильнейший по максимально поднятой штанге. Классические соревнования по пауэрлифтингу включают в себя три дисциплины – приседание со штангой, отрыв ее от помоста и жим лежа. В программе ивановского первенства только последнее. Большинство участников – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Каждый выступает в своей весовой категории. Среди спортсменов есть и представительницы прекрасного пола. Хрупкими их точно не назовешь. Я бы пожелала не бояться сделать первый шаг. Первый шаг, он очень много значит в жизни. И заниматься спортом, вести здоровый образ жизни – это очень здорово и для здоровья, и для саморазвития. К тому же это сейчас очень модно. Потягать штангу на открытом первенстве может любой желающий. Отдельную категорию представляют атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Пауэрлифтинг я начал заниматься с 9 или 10 года, когда начало паралимпийское движение у нас развиваться в области. Активно с поддержкой государства. С этого времени начал заниматься. От многих спортивных дисциплин пауэрлифтинг отличается тем, что выносливость здесь важной роли не играет. Главное – стальные мышцы и уверенность в своих силах. И тогда спортсмен слышит заветную фразу судьи: «Вес засчитан». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.